Всего с начала проведения антинаркотического месячника и по сегодняшний день сотрудниками управления изъято 26,5 килограммов наркотических средств. Из них 24 килограмма марихуаны, 1,5 килограмма маковой соломы, 500 граммов героина и столько же синтетических наркотических средств. Безработный 37-летний житель Калининского района был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. При осмотре его домовладения и в надворно-хозяйственных постройках оперативные сотрудники обнаружили почти 11 килограммов марихуаны. Свою причастность к противоправной деятельности задержанный не отрицает. С его слов, наркосодержащие растения конопли он случайно обнаружил в лесополосе недалеко от места своего проживания и решил изготовить из них марихуану для личного потребления. Чтобы перевезти находку домой, мужчина несколько дней ездил в лес на велосипеде. У 30-летнего жителя Старицкого района наши сотрудники изъяли 2,5 килограмма марихуаны. В Твери была задержана 28-летняя гражданка Киргизии, которая занималась сбытом героина через тайники-закладки. При осмотре съемного жилья подозреваемой наркополицейские обнаружили и изъяли 72 приготовленных к сбыту свертка с героином общей массой 308 граммов. В настоящее время фигурантка арестована, ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление канала поступления данной партии героина и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. В отношении всех остальных фигурантов возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.